Наводнение в Хьюстоне. Более 1000 человек эвакуировано из районов Хьюстона, пострадавших от наводнения. Ураган Харви привел к катастрофическим последствиям. Сообщается о 5 погибших. Одна женщина скончалась в своем автомобиле из-за наводнения. По данным местных властей, в Хьюстоне уже выпало 50 сантиметров осадков. Может выпасть еще 40 сантиметров. Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества. В спасательной операции задействованы 1800 военнослужащих.